вы заключили потом, что Джек варил зелье по тому, как ему объясняла Энджин. Книга никому ничего не объясняет. Энджин не книга. Книги этим занимаются. Он его сварил. Вот. Я его пробую. Так, сейчас. Сначала, Энджин, кинь, пожалуйста, на... Просто ты не или на мудрость, чтобы Джеку объяснить, что надо туда класть. А вот Джеку надо будет кинуть скорее. На выживание. 10. На мудрость. Все, Джек, как выживет? Удачи, Джек. Удачи, Донте. Двадцатка. Я представляю, просто не слушает. А теперь ты берешь одуванчики. Ой, не надо, не надо. Они желтые, или зеленые, или фиолетовые. Джек такой одуванчик. Ну ладно, пусть будет вот это. И вот это. Я скорее буду так. Так, положи вот ту фигню. И Джек такой, ага, я понял. Работает. И вот ту еще. Вот это больше похоже. Прямо на себя читаешь. А вот это вообще вылитая фигня. Так, Джек сварил. Если считать, она себе уходит. Я пробую. А ты... Вы видите, как у вас Данте падает замертво. Да вы убираете! На лечение что-то. Все так было задумано. Да. Ну а как вы иначе можете завтра расставить? А попробуйте меня затолкнуть в домик. Я затаскиваю вас. Затаскиваюсь? О, круто! Только вы трое. Сюда никто не дойдет. Энджин тоже падает. Знаете, это будет зачастую, что если вы сейчас просто выпили. Я подожду, пока все упадут. А, пока в следующий раз я подожду. Не очень хорошо. Пей. Лучше поближе к этому проходу куда я. Я его затащу, а потом я... Ты его не затащишь. Ты его не можешь. Ну так я его вкину. А, ну вкинь. Он может стать уходом. Ну да, и выпить его. Он упадет такой, блин. Минус 2 эльфа. Потому как ты смеешься, я не доверю тебе вырезать твою сердце. Я могу вырезать твою сердце. И честно, я уже умер. Я могу. А, он выпил? Окей, я выпиваю. Тоже падаешь замертво. Ну и я, наверное, вы просто выпили все мать за один. Спасибо за игру. Встаем в плане закончить. Затемнение. Потому что очень не нравится, когда много людей в комнате. Мы же с тобой играем. Ну я поднимаюсь, красиво падаю назад. Только не на Рамона. Я по одному закрываю дверь и выпиваю. Так, нет, Джек тоже не играет. Всем что-то расходилось. Прибавьте себе, пожалуйста, по 20 хитов. Ух ты! И вы приходите в себя все. Причем так вот резко и одновременно. Мы в этом же месте? Да. Ой, она же тело не лежит? На своих делах. На три избушки. Круто! А если вы умеешь 20? Так, на минуточку. Сейчас я дайте, я вспомню, что мы тут делаем. Мы ищем на болоте мертвую воду. Нет, пояса такие как были. Блин, я пояс. Такой же, как был. Сейчас, пояс. Циферка. Да. Зачем? Ты же мертвый. Ну что? Он же все равно на мне. Все такие же, как и были. Ну вот. Дня не прошло тут. Нет. Все. Так, 28. Я же зря остался. Так. Это не портативная дорога. Я, во-первых, я оглядываю здесь. Нет ли здесь чего-нибудь такого, чего может походить на вот в мертвую воду, на какую-нибудь склянку, или вот, а нет, мы же там, Наташа же как бы сказала. Нет, я ищу вход куда-нибудь, выход. Потайную дверь какую-нибудь. Только одна дверь и все. Там вообще всего одна комната. Выхожу, пошли. Я смотрю, вдруг тут что-нибудь появилось такое, что раньше меня не видно. На поисках можно? Да, а кроме тебя это никто не заметит, поэтому... Я бы там ищу. Нет, ты ничего не находишь. Все такое же? Угу. Мы не знаем, что там будет. Нет, ну Джек, я поэтому... Тебе вообще кажется, что ничего не изменилось. Так, выходим. Изменилось что-нибудь там снаружи? Ну, вы были на болоте, было пасмурно, торчали эти вайды, и как бы все как было, так и осталось. Так, и где же нам тут теперь искать? Там карта была в книге. Так, на выживание. Ты карту с собой берешь?
Да. Вместе я, по-моему, с книгой? Я, по-моему, ее запоминала. Я запоминала, я не запоминала. Ага. Видишь? А ты не в курсе. Забыла, что запоминала. Да, давайте на выживание. Я... А потом что? Кружка? Четыре. Раз, ты спрашиваешь, как Данте выжил? У него два на выживание, вот глянь. Я не спрашивала, как... Борясь! Ай, ты спрашиваешь. Так мы знаем. Я знаю, откуда ты родом. У меня четыре. Что ж я буду спрашивать? Ну, собственно, Рамон вам довольно легко указывает направление. Такое, как будто всю жизнь... ходил по картам с нарисованным, по книгам с отцовыми картами. Легко, легко указать направление, тяжелее указать правильно направление. Да. Я помню, как Дэрин тоже, идем туда, ему три человека из пати. Нет, там в другую сторону. Такой, ну ладно. Так, вы идете болотом, все такое же пасмурно, все такое серое, не очень приглядное. И киньте, пожалуйста, на том кису. Я могу. 28. 13. Молчу. Мы слышим, если я оставлю. 18. Рассказываю. Ты не слышишь. Я взлетаю и коснулся. Достаю меч. Достаю меч. Флешмоб. Я не достаю меч. Кинь на внимательность, Жек. 5. Клоп-клоп-клоп. Ты ничего не видишь. Болот кругом какое-то. Ой, дай там фигурки. Ой, сегодня играем без них. Если мы будем играть без фигурок, нас не убьют, как? Так это работает или нет? Опа, вот это поставь. Так, Мандей. Ставь их пусто. Привет. Достаточно. Не ставь их рядом, пожалуйста. Судя по последней серии. Только не кошку. Кошку? Я посмотрела их в разном порядке. Если посмотрела сначала... Выглянь Рамона, а потом гений Я с этим справлюсь, как только упаду в отключку вообще. А рысь, кстати, она ее ж тут нету сейчас. Подгони ее куда-нибудь. Она плачет снаружи. Знаешь, ежа нет. Зато она ежа нет. И брата нет. А фамильяр? Вообще без проблем. Она живая. Блин, совсем одна. А ты с отравой не чувствуешь в смысле? Связи, да? У тебя я есть! Полегчало? Спасибо! Так, Джефф взлетел, ничего не увидел. Поддержка! Я хотел убрать. Это, по-моему, не мешает, они ничего не видели. Так, ничего не увидел. Но мы идем, лязг, мы все оружие достали и идем. Вы идете и впереди видите воина, который... Это Данте. Это не еще. Где твоя невидимость, скажи, пожалуйста. Ты не врал, что ты воин. В этом. Ладно. Я не врал. Он просто сказал, что он поступил в институт, а сам не поступил. В смысле, кстати, я не воин? Я считаю себя воином. И у меня, между прочим, нету сертификата там. Ты обманываешь, понятно. Нет, у меня меч. Я воин, слышь, сестра. Ты мне травму детства сам строишь. 120 лет. Тебе твои 150. Я воин. Фу ты. Эй, мой брат из Маниски делал. Вот, тут воин, который дерется со скелетами. Жеклос посидел. Ух ты! На скелетах не действует мой крем! Да, здравствуйте! Поэтому я могу постоять в стороне. Нет! Я так в атаку! Пошлите без скелета. На инициативу. 18. Ты видишь, что воин мертвый. Классика. В смысле, он совсем мертвый. Он разлагающийся труп. Господи, как ужас. Вот так, я вижу. Четыре на внимательность. Я считаю реально. Так у вас как маг. Слышь, ты, я тебе поругаюсь. Слышь, у меня вопрос шкурный. Если на себя сейчас лечение использовать, мы умрем. Давайте попробуем. Мы же нормально. Это будет такой классный сырбок. На Рамоне у него много хитов. А можно не пробовать на Рамоне? Ну так. Почему? Можно. Зеку, ты сколько? 36. У меня 39. Так, вы себе после пробуждения прибавили по 20 хитов? Да, поэтому у меня 38. Ты не думаешь, что мы ими обойдемся весь даже, правда? 39. В смысле? Слушайте, а мы грёбаны, но есть... Так, Кракена и дракона убирают. Блин, сейчас проверим. А Рамон твой номер? Это радовало.
Думаю, сначала остальных скелетов, а потом уже с этим поговорим. Я вообще не заметил. Я вообще считаю, что он вполне себе нормальный. Мужик как мужик. Сперва убить всех, а потом поговорим. Ой, блин, он с критов начал. Я начал с критов. Угадайте, что... А нет критов. Нет. Ну, я начал с попаданий. Угадайте, что будет у Араши в следующем ходе. Я бегу в него. А на атаку... Что? Ничего. На атаку ничего? Ничего. Никакой атаки сегодня. 37. Попало. И на урон... 4 плюс 7. 3. 47. Угу, хорошо. Сколько? 3. Опять же, у меня 0 КЗ в этот раунд. Черт возьми, это была плохая идея. Рамон! А нет, Энджин, вставай, хватит спать. Энджин, может, давайте этого убьем все-таки? Ну как? Что, уже утро? Или по второй, что ли? Может, убежим? По второму пришествию. Рамон? Не, нам надо кого-то спросить, где воду искать. Может, мужик знает, он же мертвый. Давайте спросим, пока нас не съели скелеты. Да чего? Зачем нам без скелетов? Нам скелеты... скелетом есть. Я вас поняла. Ну, давай, офигеть. Я опять попал. Ты молодец. А они у тебя вообще никогда не кончаются? Ну, я их убиваю, они вылезают из земли опять. А зачем ты это делаешь? Убить всех, кроме одного. Одного? Нет, они с определенной периодичностью вылезают. А, я думала, ты всех убиваешь. Их столько берется. А давно из-под земли? Да! А может тебя убить и тебе уже не разлагаться за ними бегать? Я уже умер, нет. Они меня убили тут. Ой, поэтому мы теперь вечно здесь деремся. Может, мы тебя убьем туда, чтобы наверняка. Может, они тебя недоубили, я не знаю. Он такой говорит, ну вы меня пока не убиваете, у меня вообще-то миссия есть. Я тут какая? С определенной целью сюда пришел, а потом случайно умер. Ну что давай, может, тебе миссии поможем. Он говорит, мою девушку украли, я ее ищу. Девушку мы не видели. Нет. Слава Богу. А как зовут? Опять женщина в беде. Да что ж такое? Я Хеффер Миклер. Успокойся. Страшненькая была. Это не меняет того, что мы сейчас огребем за одной женщину. Не обязательно. Ее зовут Роксана. Ух ты, какое имя. Прикольное. Я ждала слова Ракшас после рак, поэтому. И что? А ты все равно же ее не найдешь, пока ты тут их бьешь. Ты уже умерла, да? Она, может, уже тоже умерла. Или нашла себе кого-нибудь. Я на всякий случай от него подальше дойду. Да, ты а, да. Он такой, ну ее украли. Кто? Ведьмы. А зачем? Ну кто же ведьм знает? А ты знаешь, где мертвая вода тут? Вдруг знаешь. Мы тут тоже по миссии. По миссии. Он вам указывает примерно направление. А как я? Она говорит... в чем? Да. Источник. Из земли бьется. Прямо в лесу. Нет, он говорит, вы спускаетесь в подземелье, и там источник. Клёво. То есть нам надо искать вход. Нам обидит вход в подземелье. А кто в подземелье живет? Кого там только... Ясно. Он говорит, я не знаю, я туда не дошел. А ты что, в подземелье шел? Я шел искать свою девушку. А как она выглядит? Очень красивая. Куда ж ты шел? Ну ты знаешь, как бы. Не уверен, я же долго видел, что она у тебя очень красивая. Видел я одну очень красивую, а все остальные были некрасивые. Поэтому я не знаю красивых женщин. Да, ты мне не помогаете. Да? Я как женщина вообще рядом с вами. И у нас проблемы. Он говорит, не важно, считаешь ты мою девушку красивой или нет, главное, что я ее такой считаю. Так это плохие приметы, мужик. У нее есть перстень, он снимает с пальца перстень и говорит, вот точно такой же, как у меня. Ну я на всякий случай запоминаю, пытаюсь запомнить его перстень, но у меня на мудрость 6, поэтому это перстень, как перстень. Ну ты примерно запоминаешь такой-то, довольно массивный спечатку. Какое подходящее? Оценка. Оценку. Интеллект 2. Ну это лучше, чем 0. Да? Да. Нет, 4. Ничего ты знаешь. За что я не вор, понимаешь? Я плут. И бой, я воин. Воин. Ладно, видите, если мы твою девушку встретим, мы ее спасем. Передадим, что ты ее лучше. Ладно, мужик, тогда развлекайся. Такой спасибо, что помогли. Да, мы теперь на пару минут меньше. Так ты можешь вообще... Слушай, мужик, а что ты с ними дерешься? Ты же все равно уже умер. Ты можешь просто стоять, они тебя побьют, устанут.
А не скелеты, они не устанут. Так просто тут начинает толпа собираться и не уходить. Хожу. Да. Пробки создают. А ты на дерево какое-нибудь залезь. Все деревья разошлись уже вот отсюда, разбежались. Я не ловкая ситуация. Ну, интересно. Скрип, скрип! О, яча озвучивает деревья. Это, я думаю, это немножко лучше, чем черви. Окай. Ну, я различаю. Пойдите, куда мужик нам сказал. Пойдем. Мы идем туда, куда сказал. Удачи, мужик. Пока, Руби. И вам тоже, приводите ее. Я буду вас ждать здесь. Вот ты с ней тут весело будешь вдвоем по скелетов-то рубить. Романтическое путешествие. Хорошо, вы идете. Мы идем. Киньте на выживание. Мне грустно. Ах, на выживание. 17. Угу. 33. 11. Я лучше, чем Данда. Примерно определяете направление, идете, как бы все нормально. В округе начинают появляться деревья, которые... Киньте на внимательность. Которые Вайда? 17. Да. Сотка, а я они вами интересуются и такие начинают к вам поскрипывать. Дерево не подходи, сожжем. Давно на дрова не рубили, что ли? Ну, они такие, не торопясь, к вам такие скрип, скрип, как бы ненавязчиво. А мы ненавязчиво от них скрип, скрип. Вот, и... Что-то далеко от вас, я не хочу. Блин, у нас нет рыси. Начинается как бы более твердая поверхность начинается. Появляются какие-то кустарники. И вы видите такой... Ой, как же тяжело. Нажаловалась бы. Скалу? Сейчас, нет, куст. Куст. Это плохо. Да. Он стоит просто как этот посреди чистого поля. Да, там нет, там появляются такие, знаешь, камни, ну немножко вверх уходят, типа такой вот склон, да, не очень большой. И на склоне таком вот прямо из грязи такой торчит куст. Зенелеет. Так, я вглядываюсь на внимательность, не торчат ли у него глаза и что-нибудь еще. 18. Сейчас. А вот как он на нас смотрит? 18. Подозрительный куст. Ты... Я один, какой куст? Это ж Вайды, какой куст? Вайды. А ты видишь, что... Злой пенёк. Я вижу. Да, вы видите, что это такой куст, и он растет на костях. Ух ты! Я хочу вспомнить... Хорошая девушка была. Таких. Давай. Хорошая девушка была. Знание природы? Да. Да. Ну... Не знаю, наверное, магия. У меня никаких знаний нет. Знаний смерти у меня нет. Дарин, я на мудрость. Я на мудрость. Двадцатка. Я вдруг что-то вспомнила. Либо 22, либо 23. Ага. Вы вспоминаете, что этот вкус называется трупоцвет? Романтично. Это как? Это трупоцвет. И что у него на соли? Цветет на трупах. Да, он затягивает в себя трупы. Вот, а потом жрет, ну, в общем, жрет и затягивает трупы. Слушайте, у меня опять вопрос, а мы трупы? Я пробую полечиться. Ой. Давай. Мне сейчас повезет, как никогда, отвечаю. 5. Я лечусь. Ты плюс 5 или минус 5? Плюс 5. Молодец. Все нормально. Мы не трупы. Живем. Ну там это не на всех так работает. А труп там не видишь? Кости только, да? Да. Ага. Так, но нам нужен вход в подземелье. Нету входа под этим кустом? А скорее всего, есть. Ну, то есть давайте его закрывает. Что, нам придется рубить куст? Да вообще без проблем. Блин, я никогда не хотел пойти в дровосеки. Вот вообще просто никогда мне от карьеры не приближало. А он большой? Да. Давай он сажу. Большой. У меня ничего нет. У меня есть факел. Возьми свечи, ремень. Так, ну что, пойдем рубить. Да зачем рубить? Ну, понимаешь, живое плохо горит. А. Если бы он был сухой, он бы сгорел. Я, конечно, не рейнджер, но как бы я пробовал выживать. У меня есть топор кому. И получалось так себе. Топор? Давай мне. Я не квалифицирован с топором. Ой, да. Я лучше буду с мечом. Не, давай мне. Меч у меня длинный, он рубящий. Не хочу рубить, когда я. У меня есть кимитар. Я похвасталась. Я достаю кимитар и иду к кусту. Хорошо. С хорошими намерениями. Давай. Пришла. Кинь, пожалуйста, на стойкость. Ой-ой-ой, хорошо. 14. Ты
чувствуешь, что от куста воняет, ты так отвратительно, что ты не можешь ничего сделать. А я? Так, а куст может. Драться с кустом. Но он такой вытаскивает щупальцу. И тебя атакуют щупальцы. Опа! Ну, стреляют. Ребята, я потому что... Ну да, возможно, это лоза. На 5 урона. И кинь еще, пожалуйста, спас-бросок по стойкости. Ребята, дерется. А давайте кто-то на более стойкий пойдет. 29. Сейчас я тут войду. Нормально, тебе нормально. Сколько стойкости? Рамон. Не тебе. Эх. Разгром. На стойкость сначала. Сейчас. О, я вонь. Энджин, кинь на стойкость. 30. Угу. Ты приходишь в себя и можешь что-нибудь сделать. Да, я буду отсюда. С гитаром. А что буду? 18. А еще успеваю. Попала. И 28. Попала. Классно. Ничего не вижу за эти свечки. 12 уже. Так, 13 урона. Окей. Хорошо. Сколько это будет-то? 13 урон. Угу. Так. Угу. Вы слышите, как куст хрустит? Подозрительно. Ну, как-то, наверное, да. Такой хрум-хрум-хрум-хрум-хрум-хрум. Сейчас кости. Кость. И станет сильнее. И сейчас он вырастет. Сейчас увеличится. 21, единица и 11. Хорошо. 11 не попал. Окей. Первый нарезанный лист. Сейчас. Ой, а что я так могу? Кинь, пожалуйста, критический урон. А атаку сначала... Только не от травы, знаете. Травы нету. Нет, это по себе, по-моему. 21. Угу. И тебе критический урон. Рамон, сейчас умрёт. Там есть ещё, я же... 30 урона. Ага, ты по модели попадаешь на 30 урона. Плюс 2! Блин! Хорошо, не на 40. Ты лучше самый, которого я видела. Два, был бы 38, было бы плохо. Ага, прости. А первая атака 22. Урон. Хорошо. Да. Хорошо. Мадей. Ну я вот так падаю. Как ты на нее обозлился? А я такая. Не говори под руку, женщина. 24. Да, да. Так, полная атака, рублю куст. Давай. Так, вы просто я очень хорошо считаю. Вставил. 22 и 18. А хорошо, хорошо говоришь слово «вы». 6 и 6. 12 урона. За одной атакой он бьет по джеку, промахивается. И одной атакой он затягивает к себе модель. Не лечишь. Куда? Он жрать пошел. А точно, там же трупы. Рефлекс нельзя? Куда? Куда? Это наше. Рамон. Мы его снимем. Рамон. Окей. Че, полечил? Это истерика. Просто модель всегда добивается своего, если ты хочешь, чтобы Рамон так бил. 17, 18 и 10. 10 не попал. Да. Сейчас урон скажу. Холодный, наверное. Как айсберг в океане. Как рейс. В океане. Я думаю, если бы в океане тоже было бы холодно. Он всегда холодно. 44 балла. Хорошо. Модель, кинь за стабилизацию, пока лежишь. Данте. Я умею. 59. Ты я можешь. Вижу модель. Нет, в кусте не видишь. Прям даже никакая нога не торчит. Не, ну какая-то торчит, но не так, что ее. Ну, как бы там был тоже я знаю ее урон. Точно не ее нога? Нет, не ее. Блин, тогда буду рубить куст. Так, 26 и 21. Я у мамы дровосек. 13. Ты молодец. Да? Да. Куст вперед, две атаки. Первая 31, вторая 11. Второй не попал. Сейчас, погоди.
Попал. Попал? Он получает... Касательное, да? Нет, обычное. А, тогда не попал. И он получает 30 долларов. Угу, хорошо. Кусь делает хрум-хрум-хрум. Хрум-хрум-хрум. Делает хрум-хрум-хрум. И... Хрум-хрум. И вот тут появляется модель. Вот такая. Вот такая. И с катаной. С двумя. У тебя две катаны? Нет, я хочу с двумя. А теперь Леонардо. Так. И модель бьет... Модель, кинь на отправку. А кого? Ну, кто перед тобой? Паданте. А там двое, можно хотя бы 50? Я! 50? Ты, слышь, ты! Я перед тобой стою! 30. И народ. По мне сложно промахнуться. Я знаю! У меня 14 кг. 9. Зато у тебя есть крит. 9. Я, понимаете, у меня крит попадания, это такая редкость. Что я скорее зарегу от того, что вас ударило. Да. Зачем? А, я тебе скажу. 23, 17, 13. Попал. Все. Угу. 99. Модель умерла. Ты его просто так разрубил. В сашими и салатик такой. И там вот среди веток такие вот разрубленные человеческие тела и модель. Разрубленные. Нет, не разрубленные, кинь на стабилизацию. Ой, я умею. Я умею. 98! Не надо меня лечить, я сильно независимая. В смысле? Снимаю заряд и плюс 8. Спасибо. Хорошо. Все, у меня заряды кончились. У меня 11. И давай я 2. Так, я лезу в место, и я осматриваю. Там просто свободный проход. Я осматриваю, понимаешь, вдруг там ямы какие-нибудь с колиями. Но ничего нет, все спокойно, так что лезем. Да, никаких ям, ничего нет. Там такой коридор. Сначала он вниз такой изгибается. Я лезу последний. Хорошо. Потом получается такая пещерка небольшая. Вот. И дальше еще один выход тоже поуже такой. Киньте на тонкий слух. 17. 7. Вы слышите, как впереди плещется вода. Хорошо. Хорошо, не модно. Че, где, че? Да, вода. Слышали. Вода впереди плещется. Далеко? Mm-hmm. Нет, уже близко. Может, такая же? Ну, идем. Подожди, ну, я и иду очень аккуратненько. И вот вы выходите сюда, и здесь такое вот озеро подземное, вот тут такой вот островок, на нем сидят русалки. Уши заткните. Стремные. А ты? Русалки. Я просто, я боюсь. А я страшная. Да, лучше, чем дриады, правда? У меня какие-то неправильные. Стремные? Лучше, чем дриады. Лучше, чем дриады, но не очень красивые. Ну, конечно, ну, как бы симпатичные, но это же русалки, они стрёмные. Ну да, они... Мне наверняка стрёмные. Прямые. Ага, стрёмные. Вот. Я слезала с вами. Посовещались на ещё? Он женщин боится. Я не боюсь женщин, просто они стрёмные. Стесняюсь. Цитаты великих воров. Ничего тогда? Не, я сначала... Они голые по пояс? Это, конечно. Вот. Мне стрёмно. Стрида. Я стеснюсь. Срамота! Порицаю! Стильный хельветар. Да. Что? Я так... Энджин, тебе понравилось? Мой праздник тебя порицает. Спросите у них, знают они, где мёртвая вода или нет. Давайте лучше девчонки будут спрашивать. Спрашивайте. Спрашивайте. Я стесняюсь, у меня минус один кольца. А у меня 22 хита. Надо легко оставить. Русалки, вы знаете, где мертвая вода? Молчите, вы будто тут стоять тошнее. Они хихикают. Чего вы ржете? Чего вы ржете? И перешептываются. В смысле, это было нет? Вот. Может, мы не говорим по русалочке? Точно, я не говорю по русалочке. Они хихикают и показывают куда-то пальцами вот в сторону. Пойдемте туда. Что в той стороне? Сюда. А, то есть нам... Нам плыть? Это западня! Я думаю, они не здесь. Сколько тебе на внимательность? 19. Ага. Вы видите, что к вам идет... Ведьма. Ведьма. Красивая девушка была явно.
уродливая, страшная. Она выныривает такая из воды, вся такая страшная, отвратительная. Молодцы, я лук. Все на одном. Я говорю, ты Роксана? Киньте на волю, пожалуйста. Ой, нет, я умею. Наконец-то ты мне... 19. Это очарование? А крит-провал работает на стадии? Да, работает. Это не очарование. Работает. Единица? А это воздействующий разум? А у меня Мирта! Да. Она даже выкинула Она одиннадцать. Плачет от страха. Я. Мы. Обе. Мы. Окей, классика. 9. Сначала Рамон дает по морде, потом выходит какая-то тема. Напуган. 25. Я, естественно, напуган. Мало ли вы сталки еще убегали. Какая-то, согласитесь. Я прячусь за Джека. Ну там же не пугается. Джек, тебя ухо не видим. Это как и удар, прячущийся за модель. Я из Рамона. Узнал уже, вы невидимость уходили. Я воин. Воины не все очень смелые. А это кофе, наверное. Прячешься за Рамона, ты плачешь. Да блин, сколько? А, мне кинуть D4? Или я плачу? Ну, плачь. Я с удовольствием, если я могу. Подними мой дайс, пожалуйста. Она такая свистит. Спасибо. И из воды поднимается черепашка. Ох, ну я скажу чудовище. Нет, черепашка. Череп Пашка. Я бы достал своего гуру, но он как раз по размеру подойдет. Я догадываюсь, что это какая-то огромная. Вот череп Пашка. Череп Пашка. Вот это супа из нее. А что, может, чего кто-то пройду сказал? Вот, и черепашка такая идет к вам. Я перестаю плакать, там еда. Нам не надо черепашку, можно нам мертвой воды? Суицидники, до свидания. Пока побежали отсюда. Нет мертвой воды. Вообще нету? Где-то есть, вон там, вот, наверное, дальше, если пройти. Ну, мы туда пойдем, пока. Мы пошли тогда? Ну, туда надо плыть. Плывите. Сосиски. А вы нам предлагаете на черепахе поплавать? Поплавайте. По-моему, это за. Вы опять врете? Знаете, я один раз поверил одной ведьме, она меня чуть не убила. 16 на проницательность. 11, она такая миленькая. Она вам ни слова лжи не сказала вообще. Она предложила нам поплавать по черепашке. Она не сказала, что черепашка не сожрет, но да. Мы на нее сядем. Ну, 17, если... Да, она не брала. Все, еще ни слова лжи. 20 даже. Вообще. Она просто предложила поплавать на черепашке. Окей, а нам надо вот туда, за черепашку. Вот, да, вы видите, что вот здесь в стене есть какой-то... А обойти озеро нет? Ты не можешь нас... Там она прямо по стенам. Ага, то есть просто там стояли. Ой, Джек, прям нет проблемы в этом, ага. Ну вот... А тут берег, а вот тут выход. Нормально, хватит. А вот тут русалки. Киньте на внимательность. А все? 26, 11, 9. Мне буквально полтора метра не хватает, чтобы всех туда перетащить. А ты замечаешь у вот этой вот милой прекрасной женщины на пальце кольцо. Я же у неё спросила, Оксана она или нет, она мне не ответила. Она хочет тебе отвечать. Что, давайте я вас туда... А ты заметил? Скажи про кольцо. Просто если я тебе пойду, вы сейчас все в воде. Я заметила кольцо. У нее кольцо Роксана. Я опять ей ору. Так вы Роксана? Ты Роксана? Тебя Рутгер твой ищет. Мы ему помогли. Кто? Она такая, не знаю никого. Откуда у тебя кольцо? Мое кольцо. Значит, ты Роксана. Приятно познакомиться. Я Данте. Вы лучший вор, которого я когда-либо знала. Он воин. Я воин. Я проницательная. Она такая на тебя смотрит, такая, ой, ты моя прелесть, сладенький. Вы что, сюда. У вас жених есть? Или кто он там едет? Слушай, пожалуйста, спас бросок на волю. Блин, заберите мне мир, это она вам полезна. 15? Все, свадьба. Нет, все нормально. Похороны. Она на тебя очень так пристально посмотрела, тебе стало так немножко не по себе. Мне давно не по себе. Она чужая женщина. Стрёмная. Ничего, так нормально. Так, я... Тебя там твой мужик ждет. Иди к нему. Он тоже стрёмный. Вы вместе хорошей парой будете. Да, ты мой лучший. Иди ко мне, мой сладенький. Иди рядом. Познакомишься. Нет, у меня есть любовь всей жизни. Ты не она. Она такая, Пашка спас. Еп.
Чего она говорит? Пашка фас и черепашка мама делает. Нельзя оскорблять женщину. На инициативу? Я не оскорбляла. Я правда. Вы сказали, что она страшненькая. А что нет, что ли? Я с вами согласна. 12, 18. 17. 46. 9. Страшненькая. Так, тащит. Так, Джек. У меня 18. 18 модель. А 17 у меня. Стремная. А у Ади 17. Да, я тебя помню. Я только меня забыла. Тебя сложно забыть. Легко потерять. Как тебя забыть? Легко потерять, невозможно забыть. Это же, он же плут. Да, плута должна быть легко потерять. Сколько у тебя хитов? 21. Модель? 22. Хорошо. Ну, чем ты лечили меня, не Джейн? 29. Ты такой крутой. Выпендриваться будем? 70. Выпендрилась. Рамон. 33. Скромно. Даже Рамон не выпендрился. Вот сиди своими хитами. Так. Да, ты мой лучший брат. Лучший вор, лучший брат. Она же в нашей пати. Наша пати 20 с плюсом. Я дальник. Отстань. Сиди там. Нет, по сути 70 это 20 с плюсом. Согласитесь. Окей. Да, это 20 плюс 50. Всего лишь. Я у мамы математик. Ауч, какой острый карандаш с другой стороны. Может, мы перенесем? Так, далеко от меня черепаха? Вам как бы совсем близко. Она в воде еще, да? Да. На клетку проплыть. Давай кого-то. Подлетаю. Ага. Футовым шагом. И на нашу для атаки. Давай. А ты в порт будешь бить? Да. А что, как бы в шагу можно подлететь? Потому что для атаки. Это атака обычная, 16 и 11. Да. Не попал. Тогда ты попал по панцирю и такое вот. Тогда ты мог бы с другой стороны зайти, у нас бы было фангование. Хорошо, в следующем раунде. Так. А черепаха такая... Я хотела предложить зайти с другой стороны, а потом сказала, что... Плыви. Берет и пытается тебя куснуть. Блин, ну, на самом деле нельзя, надо было этот... На самом деле она это зря, я вообще-то отравленный, как бы говорит Джек. Что надо? Она же так не подойдет к вам. Надо, чтобы вы не на берегу остались. Вот я почу. А я могу. Кусает тебя на 13. Кто еще сделает? Хорошо. И четвероник собил. Травматическая. Да, модель. Еще подожди. Я бросаю в него катану. Рамон! Рамон, зачем меня? Нет, я бросаю в черепаху катану. Фас. Бросаю на... Только что видела этот дайс 33, попал. Он 16. Угу, хорошо. Не ходи к ней навстречу, не ходи. Сейчас. Окей. Данте? Ой, блин, тут так тесно. Рамон меня сейчас оттащит, а потом... Я прыгаю на панцирь черепахи. Рамон тебя сейчас оттащит. Будешь перейти голову. 16. Пока она жмёт. Я думаю, там не сложно, в принципе, ты разбежался и прыгнул. Я такой, я! И я втыкаю сверху, пытаюсь его ударить. Можно на кровачку, кстати. Панцирь. На кровачку, тогда 24. Подумать. Вот. И я наездник черепахи. А черепаха может себя укусить назад? Нет, назад не может. Я пытаюсь ее вот в шею сзади ткнуть. Черепахе вообще очень тяжело быть. 23. Ткнул? 6! Я может быть, мы сейчас перенесем. Я могу тыкать ее в хвост, и у нас будет фунгование. А еще у тебя сник-атака. Я прочел. Да. Сколько урон ты нанес? 6? 6. А сейчас у меня считается сник-атака? Она же не ожидала, да? Нет, я не к тому, а к тому, что с Джеком у нас как бы есть сник-атака. Ну смотри, вот голова черепахи, вот Джек, вот ты. О, тогда сейчас я еще скажу, сколько ей было. Да нет, не сильно много. То есть ты 12, 13, 14. Нет, у меня столько нет. 14, 20, 27 еще. Хорошо. Верните парня. Оттаскивают Джека на силу. 18. За шкирку, да почему? За... Потому что я попросил. В какой-то момент кто-то выдумал. А зачем? Ну, чтобы черепаха потом к нам поплыла. Это как йо-йо. Подлетел, отлетел. Я сам смею, что просто подвязать и не могу. Кто там такой берет его? Эть! А черепаха там, еда кончилась. Ну пусть атакуют. А кинь акробатику. Она такая, потом жрет Джека. Я Джека просто оттаскиваю. На... 15 урона. Блин, какой Данте был? 12 на минус 1. Ну зато я на... В смысле, ты... В смысле минус 1 жив? На стабилизацию. Сейчас...
Мадей не разберется, вот. Потому что у нее ничего нет. 45. Угу, хорошо. А, черепаха такая. Да, моя на черепахе. А, у нее есть лапа. Я на коне. И она лапой пытается смахнуть с себя Данте. Я наездник шейхолодов. Ясно. Она как-то, знаешь, от себя задевает лапой вот так вот по глазам, потому что очень тяжело быть черепахой с когтями. Да. Я наездник шейхолодов. Зажмуривается и никого не видит. Так, окей, хорошо. Модель. Я на ней большая пуза в чашке. Я кидаю, наверное. Мне просто нечем вылечить Джека, поэтому я кидаю катану на 28. И урон на 14. Я просто ее дышу. Хорошо. Ой, а может я бы сейчас наполгала? Так, в воду? Да. А, не знаю. А там глубоко ичи? В той клетке, которая перед черепахой. А то у меня действительно уже есть. Ну, как бы да. Перед черепахой нет, не глубоко по щиколотку. Я думала, ты ей это туда сзади будешь сбывать. Зачем? Я тут стою, все, тогда прибавляю плюс 2. 30. Полегчало. Да, прям попроще стало жить. Не урона. Эти фото выйти сюда. Все нормально. 22-23, 9. 9 он не меня вдохновляет. Тогда 45 урона и Данте, ваш оппортунист, пожалуйста. Точно. Сэнкс! Свободная атака. Благоприятная возможность. Да, у меня благоприятная возможность. Свободная атака. Это по всякому потеряться. Оппортунист. 26. И... Это вот прозвучало как оскорбление. Да, ты ваш оппортунист. Так, 10. Ваш уж. Не прижить. Ваш уж мутал. 20-23. Я ее боюсь. У меня будет. Она страшная? Конечно, страшная. Я так рожала, не надо мне трогать. Она хихикает. Отвратительно просто. 45. Черепаха. Она же ни черта не видит. Черепаха, где мои дальше? Пытается жрать Рамона. Жрет Рамона ртом на 17 урона. На 14. Это у тебя сейчас сколько? 19. 19. И лапой пытается с себя стряхнуть. Ты какой-то заговоренный. Она стряхивает ведьму! Она стряхивает ведьму! Все или ничего! Да, я такой. Не обязательно. Она может вот так лапать Данте. Окей. Она меня не держит, она меня просто схватила. Развлечусь. Прикоснулась ко мне. Да, лапаю. Мады. Свобода действия. Джек стекает кровь. Джек стекает кровь. А черепаха ничего не видит. 3. Лечить, 26 урона. Угу. Хорошо. Ни у кого нечем? Нет. Вон, можете кинуть в меня. Да. Нет, я тут не буду раздеваться. Я вот сейчас... Да, блин. Не переживай, тебе сейчас помогут. А, да, точно. Энджи. Я постоянно забываю про эту фичу. Минус 3. Я лечение пытаюсь. Хотите, я убью черепаху? Хотите, я убью черепаху? Давай, черепаху. Я могу убить черепаху. У меня мозг смерти. Так давай. Я забыла про них. А может, тетку? Нет, тетку больно. У тебя получилось. Вот, он больше не стекает крови. Так, Рамон. 25, угроза крита, 16 на подтверждение и 9. Ну ладно, тогда 67. Да ну тебе. Отличная маска смерти. Хорошо помогла. Маска смерти, когда есть Рамон. Да, типа. У нас есть Рамон смерти. Так, женщина лапы Данте. Что? Женщина, у меня когда-нибудь сходит тоже женщина. Вот она у тебя сейчас уже есть. Нет! Она не нравится. Она некрасивая, она страшная. Нет, сейчас, не готов. На 12 урона она тебя лапает. Я ее боюсь. Она страшная. Джек лежит. 12 и свои лапы пытается с себя стряхнуть. О, ура! У черепахи что-то изменилось в этой жизни. Так, теперь нам некому лечить. Стряхивает себя Данте на 7 урона.
Одна у нас с живым поясом только Данте. Да, вы можете с меня его снять. И часочек подождать. И часочек подождать. Мадей! А куда Данте в воде? Там глубоко? Да. А прям на нем нельзя использовать. А он. А он тонет? Но он уже не тонет. У меня минус 6. Ну, да. Ну, как бы, естественно, я утонул. Тогда, как бы, ну... Данте, что с ним? Ему плохо? Нет, ему хорошо. Спасательная миссия. Ему уже никак. Спаси вора. Я честно собирался уходить. Я за ним плыву. Я так понимаю, мне надо кинуть либо на захват, либо на силу, чтобы его... Но тебе сначала на плавание? Да. А перед этим еще можно на акробатику кинуть, чтобы не отхватить от черепа. Нельзя плавать и акробатикой заниматься одновременно. Когда-нибудь пойдем с тобой купаться. Что? Можно прыгнуть туда акробатикой, вот туда вот, подальше. Да и допрыгнуть до него, а потом бросить на плавание, чтобы до него доплыть. Вот этим я развлекаюсь. Хорошо, давай. Но 10 ты не обойдешься. А 14? Ладно, давай не будем считать, что это на плавание. У меня акробатика и плавание одинаковые. Хорошо, как ты плывешь? Вот просто мимо черепахи. Или по дуге. Ну, погоди, даже если ты плывешь по дуге, тебя черепаха все равно... Ты покидаешь ее клетку, она тебя жрет. Да, да. Я Черт, у меня 7 хитов. Так, не надо. Я не могу, я уже... Ладно, я уже тонул один раз. Он умрет. Нет. Плывешь? Нет. Вы мертвый. Бей! Рамон, плаваешь, пожалуйста, не смотри. Черепаху добить сперва. Черт возьми, я бью черепаху. Нет, я сейчас терплю. Лина, два попала. Заканчивайся уже. Черепаха какая-то. Это добра. Эмблес. Я потеряла. Попробуй черепаху. Как известно, черепахи добры. Черепахи добротой полны. 29. Заклинай, если хочешь себе добра. Да. Надо просто позвать черепаху. Мы не хотим добра, уходи. Не надо звать черепаху. Добро так, у меня встанет. Данте, да, чужого добра не надо. У нас своего добра живое. Я как раз вспомнил. 84. Блин, ну почти. Энджел. А он вообще живой? Черт. Не Данте. Он уже ушел под гору, да? Да. Сразу же. Прямо. Энджел, у тебя очень много хитов. Как труп. И ты классный. Брата больше, брата меньше. Потому что брата нет. Я туда лечу. Так. Своими крылышками сам. Хорошо. Как ты летишь? Да. Расскажи мне. Вот так. Ага. И на плавание тогда. Бег, 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 бег. Сейчас. Погоди. Тебе его 14. Надо вытащить. Нет. Нырнула. 14 и больше. 17. Нырнула. Хватаю. А нет, я уже не подумала. Бульк. Рамон. Ой. Меня это бесит, я впадаю в ярость. 24, 22, 4. 4 часа. Ты понимаешь, что у нас я потом два заряда пояса. 43 урона. Черепаха складывает лап. Пойдем ловить Данте. Пойдем, иду ловить Данте. Теперь уже не боюсь. Почему? На плавание. Ух ты. Иисус. Давай к нам. Иди. 8. Мадей тонет. Ты тонешь. Я как только понимаю, что у меня так себе получается, я стою на берегу просто. Ребят, good luck, я могу попеть. Хорошо. Данте на стабилизацию. Как это смайлик делал. Да, я только так пить и умею. 66. Минус 8. Энджин. Я отбираю своего брата у этой стервы. Захват, да? Да, да. 27. Ты можешь пока отбираешь переводить? У нее захвата. Я боюсь под водой. Спасибо, отобрала. Прикиньте, какой ты вышел классный. Ой. А, не, она на тебя смотрит. Кинь на волю. Под водой, глянь, что. Это у нее... Водолаз. Это ведьма водолаз. Особо под ведьм. Под ведьм. Под ведьм. 25. Хорошо. Знаешь, иди. Вчера. Ладно, ладно. Ну так сам. Ты плывешь. Она просто плюс 100 против женщин. Она тебя догоняет. И бьет тебя, окей, раз на тебя ее взгляд... Промахнешься. Да не действуй. Это у нас семейная. Это ты ведьма? Нет, это у нас семейная. Все спокойно. И вторая атака, и она по тебе тоже промахивается. Я же говорю. Это Марок, Мадей. Валит.
Ну я попробую. Не страшно. Семь. Данте. С Джеком постоянно. Нет, минус 9. Джек, ты что держишь? А он в каком же положении? Он хотя бы забинтованный. Минус 3. У него минус 3. Он забинтованный, да, ты сейчас. Слушай, где сейчас технически? А, нет, нет. Ич, пока я стою без дела, я иду к Джеку и такая... Его надо носить сейчас или нет? И звонит такая, как торпеда. Ю-ху! Хорошо. Что происходит? Ничего, все нормально. Нормально, мы Джек оборовывает, пока он мертвый лежит. Лоб, понимаешь? Еще руку отрезать может. С Данкой нечего снять, к сожалению. Да, Лева, здоровая. Сильно я его не утащу, но я хотя бы спикирую. Вот она и перевязает. Попробовать, это очень плохая. Ты подержи. Так, я... У тебя амулет есть. У меня амулет, я готовлюсь перевязывать этого. Вот. Вора. Делаю. Так, ты добираешься до модели. Да, на плавание. Ага. Нормально. Нормально. 22. Ага. 20 на перевязывание. Перевязала. Прекрати умирать уже! Я собираю у Энджи. Не бей его, у него один хит остался. Он сдохнет! Роман, вообще не дыши на него, пожалуйста. Я отбиваю ногой вот ту стерву. Ход Рамона. Так, ведьма над водой? Она под водой. Насколько она ведьма-водолаз. Что? Насколько глубоко? Я хожу по воде. Ну, где-то метра на полтора. То есть ты можешь ткнуть её. Я не дотянусь до нее, если я подойду. Так ты наклонись! У него меч. У него меч. Тогда дотянешься. А, окей. Ты идёшь на дверь. Ты несешь на ручках. Данте. Да, в воде. Хорошо. Потому что в воде он легкий. Хорошо. Почти. Весь ход тратишь на это. Рамон? Я сильная. Ой. Независимая. Нет. Мужчин, выношу на руках из воды. 19. Оставайся, мальчик, станет. Как к вам плывут русалки. Я на них ору. О, 10 китов тебе. Чек. Видишь, плюс 9. Это потому что Джеку. Да! Потому что сейчас бы докидала на Данк, не было бы столько. Так, я раздеваю Данк. Раздевай. Раздеваю. У меня больше, блин, ни одного. Я перевязываю на себя его поясничение, на него завязываю свой. Так, Рамон, сходил, у тебя 9, да? Сколько у тебя хитов? 6. А у Данка сколько хитов? Минус 9. Хорошо. Так, русалки. Плывут вот сюда. Ты можешь включить девочку живучить? Я все подвечу. Можешь включить пафосную музыку. Ой, привет. Ой. Это крокодилы. Это русалки. Я не разбираюсь, женщина. Это русалки. 64 на крокодилы. 64? А, ну да, на крокодилов. Блин, ну да. Это русалки. Уже это между прочим 62 было. Они начинают почему-то психовать. И так, по Рамону промахивается, 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 а по модели промахивается, промахивается. Сколько у тебя промахивается? Может, они просто Джек. Поняли нас, вас неправильно. Да мы убили их тетку. А, что, она стрёмная была. Я спрашиваю, вам что, вам что, вам что, что они некрасивые? Я спрашиваю, вам жалко эту стрёмную ведьму? Да. Ладно, я костукал с магической жертвой, в магической воде. А у этих трех спазмов... Скажите, что они, она на сама напала, мы не хотели ее убить. Да, вот это, мне кажется, они видели. Они это видели. Так она правда, ну так они, может, не поняли? Глупенькие. Так вы, женщины, не только некрасивыми, но и тупыми считаете. Не женщины. У этих троих спазмов. Не женщины. Еще больше обнизу тоже понравилось. Абьюз. Понял. Да. Да, я такой. Говорю, Энджи, у нас потрясающе. Красивая женщина должна быть блондинкой. Так, простите. Дроу, седые. Я развязываю. Я развязываю раны Данте. Бесит. Умираю. Красивая женщина должна быть блондинкой. То есть я подшаг... Ой, а чё они все сдохли-то? Я подшагиваю к Рамону и бью зелененькую. Ага, давай. Попала. А можно мне крит? Можно. Спасибо. Этот крит был черепашкой. Двойной урон и 2d6 истощение интеллекта. Понятно почему. Минус 10 интеллекта. Она совсем глупая. Она и была такой.
А теперь ты учебником по математике била? Ты не знаешь всей моей мощи. Станови. Ой, ой, ой. Вот сейчас учебником по математике будут бить меня, я думаю. Модель. А можешь ты подождать чуть-чуть? 18, 21, 17. Ты мне подсказываешь, что там закончится. 90. Не знаю даже что. На суши просто. Кто сказал? Я не буду есть жилище. Не так, я в нижней части. Вы в отключках. Ты в отключках. Я нет. Знаешь, как потом... Кулинарные советы, да? От Джека. Русалка говорит, ты же до половины рыбы, ты же не можешь есть рыбу. Она такая, ты мне сейчас скажешь, что я людей не могу есть. Нет, я не буду собирать куски убиенной русалки. Пойдем на берег, Рамон. Я иду на берег. Я страдальчески через воду. Я могу вот так вот сделать просто и понести. Не трогай меня, пожалуйста, у меня 7 хитов. Ты убьешь меня своим дыханием. Ты можешь его за руку схватить. А, да, я делаю такой перформанс. Заболочит вами. Заполагиваешь ног. Иисус чертов. Я выхожу на берег. Мокрая. У меня мокрые хакамы. Это стрёмно. Мокрые касабе. Ну, они без рукавов, поэтому не стрёмно. Мокрые хакамы, это очень. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Это было пафосно. У нас чуть не умер Данте. Я старался. Я тоже. Я тоже. Нет, ну у меня было 2 шанса прокинуть лечение. Я себе такую. А, да, он ничего.